В Одесском СИЗО открылась обновленная аптека. Провести в ней ремонт помогла международная организация «Красный крест». Подробности у моей коллеги Мишель Арманд. Помещение аптеки Одесского СИЗО давно нуждалось в ремонте. По словам заведующей, там прохудилась крыша, проваливался пол, а по стенам текла вода от дождей и тающего снега. Необходимо было сделать ремонт, потому что мы получаем централизованно лекарства с Киева, которые мы распределяем по всей Одесской области. У нас большое количество, и нам нужно большое помещение и хорошее хранение, которое должно соответствовать стандарту. Их содержание, распределением по группам. Комитет Международной организации Красного Креста работает в Украине с 2014 года. В Одессе развернутая работа началась в 2017 году. Сотрудники посещают и места лишения свободы. Как только узнали о необходимости провести ремонт в следственном изоляторе, тут же пришли на помощь. Такая организация, как Международный Красный Крест, это единственная, наверное, организация на сегодняшний день, которая оказывает нам практическую помощь. Вот для примера вы сами видите, что проведен капитальный ремонт помещения аптеки, где уже можно полноценно работать, хранить и медицинские препараты. Глава Одесского офиса признался, помогать СИЗО будут и дальше. Планируется передавать по оценке необходимых нужд, которые будет совместно сформировать с управлением и с начальством медицинской части в Одесском СИЗО. Уже сейчас в виде гуманитарной помощи передали новые кровати и необходимую кухонную утварь. Скоро доставят и специальный холодильник для хранения медикаментов. Мишель Арманд, Евгений Ячменцев, 7 канал.